Суименкул Чокморов – явление незаурядное, безусловно и бесспорно. Все его признают, все преклоняются перед его талантом. Но я думаю, что здесь существует глубинная связь не только между его способностями художественными, но и качествами сугубо человеческими. Вот в нашей среде, в среде киргизских терапистов и вообще среди киргизской интеллигенции он пользуется авторитетом человека очень надежного, справедливого в своих суждениях. Именно это и позволяет ему проявить себя и как выдающийся киноактер, и я сказал бы, не в меньшей степени, и как художник. Я так думаю, что те достижения, которые были, они напрямую связаны, достижения киргизские, напрямую связаны с Чокморовым.